они быстро тут обосновались. Когда мы заберемся внутрь, сопротивление будет отчаянным. Наше оружие не разрушит это поле. Нужно найти другой вход. В этом месте можно только спуститься, Шепард. Черт! Ой. Извините. Я думала, это Гетты или Варены. Теперь вы в безопасности. Ну, что вы здесь делаете? Я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль Геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уходим отсюда, как только узнаем, что задумали Гетты. Гетты — это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришел сюда разобраться с Геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Трианина. Трианин? Что это такое? Это местная форма жизни. Экзогени занималась ее изучением.
Что еще вы мне скажете? Вы знаете, где искать этого Трианина? Полагаю, да, но туда не добраться, пока всюду шныряют геты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда, пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена, но думаю, его подпитывают с корабля гетов. Я заметила, что геты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но это довольно опасно. Расскажите, что вам известно о Трианине? Я не так уж много знаю. Ну, по-моему, это что-то вроде растения. Оно очень старое, может, несколько тысяч лет. Вы знаете, почему гетты интересуются Трианином? Это просто растение. Не знаю, зачем оно гетам. Его исследовали ученые из Экзогени, но, кажется, не обнаружили ничего особенного. Расскажите мне о себе. Я просто лаборант в Экзогени. Я прилетела сюда с матерью. Я даже не знаю, выжила ли она. Она сейчас с другими людьми из колонии. Пока ей ничего не угрожает. Она жива? О, слава богу! Я думала, что я осталась одна. Пожалуйста, капитан, отключите это поле, чтобы я смогла увидеть мать. Оставайтесь здесь. Я расчищу путь. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам. Чёртов виртуал! Дай доступ к зашифрованным файлам! Нет, дал сам мне твой идиотский протокол. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски! Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвертого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал недоделанный! В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Отлично. Как хочется кого-нибудь. Чисто! Корпорация Экзогени напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бэйнам. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бэйнам. Вам что-нибудь нужно, доктор Бэйнам? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Трианин. Сообщи мне все, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Трианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу.
Расскажи мне все, что ты знаешь о Трианине. Трианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из «Надежды Джу» продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в экзогене знали о том, что люди заражены? Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Это объясняет их странное поведение. Нужно предупредить вашего пилота. Джокер, вызываю Джокера. Черт, поле блокирует сигнал. Нужно как-то обойти поле и вернуться в «Надежду Джу». Вэй, расскажи, что ты знаешь о корабле Геттов и о поле, которое он генерирует? У меня ограниченные данные по Геттам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Нам нужно найти этот корабль. Выдвигаемся. Перехожу в режим ожидания. Если оно поступает с корабля. Это будет трудно. Можно проверить другие опоры на предмет изъяна, но Геты делают все на совесть.
же, что и раньше. У нас нет оружия, способного сбить эту опору. Продолжим осмотр. Слабых мест, а если отсоединим одну, корабль упадет. Прекрасно. Поле, преграждающее выход, сейчас отключится.
Теперь нам нужно разобраться с этим Ториане. Надеюсь, там было полно этих ублюдков-гетов. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, прием. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. С минуты на минуту сюда заявятся геты. Держимся вместе и выходим одной командой.